Всем привет! С вами Крэки Хамстер, мохнатая правда жизни в прямом эфире. Друзья, я тут подумал о внедорожниках городского типа. Ха-ха, ведь они часто похожи на стероидных качков. Выглядит брутально, мускулатура вроде бы на месте, а когда ходит до реального дела на дорогах, то... Но не таков наш спорт эйдж. Не таков, чтобы продемонстрировать настоящий мужской характер, спортивную готовность и звериную выносливость, мы решили совершить очередной автопробег. На этот раз действительно грандиозный. Три дизельных кроссовера пройдут маршрут длиной 10 тысяч километров до Баренцева моря, оттуда через Урал к морю Черному. Не, серьезно? Если мы с братьями снова растолстим, то пройдем этот маршрут пешком. Изгиб машины желтый. Да что там? Ты обнимаешь нежно. Маршрут пройдет через заповедники и национальные парки, а финальной точкой станет крейсер Кутузов в гавани Новороссийска. На Москву. И, вернувшись из автопробега, один из наших кроссоверов предстанет на московском международном автосалоне 2014. В том самом дорожном виде, представляете? То есть это будет еще одна выставка. Выставка российской грязи со всех регионов страны. Для кроссовера это даже пикантно. Легкая небритость, ну, типа моей. Кстати, друзья, я приглашаю всех на московский международный автосалон 2014. Это будет отличное автошоу, а на нашем стенде Kia Motors вас ждет персональный сюрприз от меня! На этом все, мои дорогие путешественники. Будьте осторожны и помните, что с северной стороны хомяка шерсть короче, чем с южной. Ха-ха, пока! Ааа!